что ж, в очередной раз и после небольшого перерыва фретлайнер от фирмы МакТранс. Фретлайнер CST-120. Машина 2004 года выпуска и с пробегом 800 тысяч километров. А вот теперь поговорим о американской технике вообще и надежности в частности. И американских грузовиках конкретно. Я как старый американовод, а американовод я со стажем 10-летним, потому как в 97-м году в первый раз ездил в Америку, в 98-м купил себе первый американский автомобиль и до сих пор на нем езжу, и прикупил еще и не один америкос. Так вот, я вам так скажу, что мы, конечно, можем долго ощущать для себя последствия той самой холодной войны. Но объективно все ради надо сказать. Все-таки есть и в российской технике преимущества, есть и в европейской технике преимущества, и неоспоримые преимущества американских автомобилей. Как то? Ну, давайте теперь по полочкам, по порядку разложим. Ни для кого уже не секрет, что именно благодаря американской технике, той самой надежной и тем самым студебекерам, мы и выиграли Великую Отечественную войну. И эти машины продолжали и еще долго служить, и незаслуженно, опять же, после начала холодной войны, мы разругались с Америкой. То же самое, что касается авиации. Да, у нас очень хорошие планера, великолепные летные качества, но двигатели не отличаются экономичностью и долговечностью. И поэтому даже на первых истребителях, Мигарях, ставились английские, кстати, двигатели Rolls-Royce. Поэтому всеобщая глобализация должна была нас рано или поздно затронуть. Вот она и затронула. И когда мы поняли, что даже благодаря круто распиаренному сериалу «Дальнобойщики» КАМАЗ и МАЗ никогда не составят конкуренцию, мы начали пристально вглядываться в американский автопром. И вот здесь и сейчас на службе у стран, у которых территория это как минимум 10 территорий Европы, вот там работают не Министерство путей сообщения, а серьезные грузовики, магистральные тягачи. Почему они работают и почему они долго работают? Ну, живучесть, понятно, да? Дефорсированные многолитровые двигатели, которые очень экономичны благодаря мощной турбине, они едят и при этом тащат, и при этом делают соотношение количества съеденной соляры и количества привезенного груза таким, что отдыхают и Европа, и Россия, разумеется. И перед тем, как сесть за руль, я поговорил с водителями фирмы МакТранс, а именно это учреждение, эта фирма привозит в город Магнитогорск серьезные тягачи, располагается на Белорецком шоссе. Вот я сейчас попытаюсь привести, немножко ненормативную лексику, нормативный порядок. И примерно вот такой монолог я услышал. Да что там европейские машины? В горах, извините, я даже блокировку не включаю, я не от себя опять же говорю. Хватает и тех двух осей, которые постоянно крутят, и телега с АБС. То есть никаких проблем. А как я иду по трассе, да? Вот я выезжаю из Питера, и через два дня я уже в Челябинске, еще день, и после разгрузки я уже в Магнитогорске. Кто-нибудь может похвалиться такой скоростью перевозки? Давайте вернемся конкретно к этим машинам. Ну, кто-то может, конечно, не слушать моих добрых советов. Сколько людей, столько и мнений. Но кое-кто прислушивается. И вот для тех я скажу, что да, сейчас на рынке появились и китайские грузовики, и да, китайские самосвалы, с немецкими двигателями, и собранные по лицензии и МАН, и Мерседес, позволяют вам решать все проблемы с доставкой сыпучих грузов и не только. Но никогда ни один китайский тягач не сравнится по своим комфортабельности, по ходовым характеристикам, по мощности двигателя, по долгоживучести с американцами. А американские грузовики, кто это? Это Фредлайнер, Volvo, Peterbilt, Mack, Sterling, International. И вот кто-то и может сказать, что из людей некомпетентных, что длинная база – это неудобство при парковке. Я скажу, и я попытался сделать, и, скажем так, набил немножко шишки и не себе. Потому как, сейчас я расскажу,
передние колеса здесь очень круто выворачиваются, а средняя телега, средняя ось, она просто сдвигается. И поэтому маневренность автомобиля просто потрясающая. И разворот на месте у фредлайнера, да и у вольвешника занимает, ну, место не больше, чем это занимает место у легковушки. Дальше что? Все американские тягачи — это максимально комфортные. За моей спиной настоящий офис. И передо мной настоящее сиденье. Нет, не тяжелого грузовика, который управлять неудобно, у которого руль бьет или еще что-то. Здесь гидроусилитель, здесь кондиционер, здесь мощная печка. И кто-то опять же жаловался на фредлайнеры, что даже в наших тяжелых условиях люди здесь замерзают. Замерзают люди? Да нет, люди не замерзают. Потому что на ходу, ну, просто очень жарко, действительно, в кабине. И отдыхать здесь можно, и машина не остывает на холостых. Разумеется, есть некоторые условия эксплуатации, то есть вам не надо машину замораживать. И, разумеется, эти автомобили не должны стоять. Это не предмет украшения, это предмет зарабатывания денег, которые зарабатываются, опять же, извините за тавтологию, с каждым километром и с каждым оборотом вашего колеса. И теперь вернемся и еще раз к той технике, что производится в Америке. Аэробусы, да и самолеты фирмы Boeing, они работают. Экипаж меняется, машины ходят. То же самое фредлайнеры, Columbia, Century, то же самое Volvo, то же самое весь перечень грузовиков. Пожалуйста, ездите и зарабатывайте деньги, набирайте людей, а они уже должны заботиться о дальнейшей работе и дальнейшей безупречной эксплуатации. В завершение я хотел бы вам еще раз пожелать влиться в ряды людей, которые легко зарабатывают, потому как те, кто взяли хотя бы один, ну, а те, кто взяли 10 автомобилей в лизинг или еще куда-то, на фирму, на ООО, затем уже для себя любимых берут и хорошие джипы. Потому как на километр пробега эта техника зарабатывает в разы больше, чем отечественная и даже китайская. Поэтому делайте вывод, а за хорошими грузовиками приезжайте в фирму МакТранс, которая располагается на Белорецком шоссе.